у меня ж получалось. Надо сначала сосредоточиться, посмотреть. Что сосредоточиться? Тут надо. Допустим. Вот так. Так, вот, наконец-то. Взяли тройной ключ. Письмо от Маргарет. Ну, это там, где Уолтер. Там, где Уолтер. Дешево, мы тут все решили на первом этаже. А что вот это решили? Посмотрим, что это за письмо. Милостивый сударь, наш фонд искренне благодарит вас за это щедрое пожертвование. Данная сумма значительно увеличит наши возможности. Ваш вклад для нас бесценен. И спасибо вам огромное. Какое-то объявление, некоторые из них введены красным. Продается сейф 43-й год в отличном состоянии, небольшие царапины на корпусе, $2000. Старинный сейф, дата изготовления неизвестна, замок не менялся. Есть ключ в отличном состоянии. Цена договорная. Продается сейф 1905 год. Замок сломан. Есть царапины на корпусе. Торг. Ага, что ж это за сейф? И где он? Тут мы уже все пораскрывали сейфы. А может,
Отсюда куда-то есть дальше выход. Какой-нибудь задний проход есть. Да вроде нету. Будуар. Тымба. У нашего главврача был такой будуар из кабинета. Маленькая дверца неприметная. А там целый будуар с телевизором, диваном, холодильником, душем. Ну, короче. Короче. Все как доктор прописал. Наверное, нам надо идти колотить куда-то на второй этаж. Куда-то идти на второй этаж. Потому что в подвале на первом этаже нам делать уже нечего. Так, ну здесь это с колесиком дверца. А что вот это за крестик? Ну, это крестик. Это гардеробная. Устройство считывания. Где же его можно применить? Но тут явно не оно. Да, это крестик тут стоял. Вот, позвоните Саре. А, позвоните Саре. Так, сейчас, вот я ношу. Где позвоните Саре? Так я ж в этой бильярдной был. Или что это за... А, это библиотека. Так тут аж два сейфа.
Так.